Тефтели с грибами, запеченные в духовке в томатно-сметанном соусе. Ингредиенты. 450 грамм фарша, 300 грамм грибов, шампиньоны, 80 грамм сыра, 1 головка репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 0,75 стакана круглого риса, 0,75 стакана воды, 1,5 стакана томатов в собственном соку, 3 столовых ложки муки, 4-5 столовых ложки сметаны, соль, черный молотый перец по вкусу, 1 чайная ложка укропа, 1 чайная ложка сахара. Приготовление. Рис предварительно сварить и остудить. Грибы вместе с луком и чесноком измельчить в блендере до средних кусочков. Фарш хорошенько вымесить. Раза 3-4 хорошо стукнув в мисочке, добавить рис, луково-грибную смесь, сыр, натертый на мелкой терке, укроп, соль и перец. Все хорошо перемешать. Руки смочить холодной водой и сформировать из фарша тефтельки. Выложить их в жаропрочную форму в один слой. Берем томаты, нарезанные на кусочки, и добавляем сахар. Перемешиваем. Теперь добавить в сок сметану и еще раз перемешать. Отдельно берем 0,75 стакана холодной воды и растворяем в ней муку так, чтобы не было комочков. Смешать томатно-сметанную смесь и муку, растворенную в воде. Залить наши тефтельки. Накрываем форму фольгой и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку запекать 60 минут. Приятного аппетита!